Добрый день, меня зовут Кигай Сергей, я шеф-повар 101 Wine Bar и Шима в Гудвайне. Сегодня мы будем готовить рыбу из Аляски, это будет фиш Веллингтон. Для этого нам нужно сделать дюксель, но мы его будем делать не из грибов, как обычно, а будем делать из брокколи. Очень крутое сочетание. Мы поставили воду, она нагреется, и мы бланширнем просто капусту. Мы срезаем немножко стебли и закидываем горячую воду. Мы бланшируем 1,5 минуты, потом нужно достать наши брокколи и обсушить. Теперь беру миндаль жареный, беру кинзу и добавляем брокколи. Так, мы берем листовое тесто, я взял бездрожжевое, мне нравится. Поверхность присыпаем мукой, раскатываем. Так, у нас здесь кижуч. Это дикая рыба, она более плотная и менее жирная, потому что у дикой рыбы жизненный цикл достаточно сложный, намного передвигается, много километров против течения в разных водах. Мы разрезаем и складываем, как нам удобно, чтобы это было красиво, потому что это будет наш срез. Дальше я выкладываю лист нори на тесто, беру наш условный дюксель из брокколи и выкладываю его на нори. Нам нужно сделать так, чтобы это было равномерно по всей поверхности. Теперь выкладываем нашу рыбу. Так, и мы закручиваем в нори. И теперь уже можно закручивать в тесто. Так, конфетку плотно срезаем лишнее. Что дальше? Дальше у нас есть кусочек еще теста. Мы его порежем, просто раскатаем и накроем сверху для красоты. Мы раскатываем также тонко тесто, делаем такие надрезы, да, параллельные друг другу, вот. Вот такая вот штука получается, накидываю наверх и растягиваю, и тогда у меня получается такой вот красивый рисунок. Дальше я беру желтки и добавляем немного молока. Все хорошо перемешиваем на пергамент. Берем нашу заготовку, берем кисточку и аккуратно, красиво смазываем нашим желтком. Разогреваем духовку до 220 градусов и запекаем 13-15 минут. И сейчас приготовим соус для нашего фиш Веллингтона. Мы добавляем немного бульона. Я также добавляю сюда устричный соус, каперса. Это даст нам кислоту, и перемешиваем. Когда соус нагрелся, я выключаю огонь и добавляем холодное сливочное масло частями в соус. И постоянно помешиваем, будет наш соус наподобие берблана. Так, наша рыба готова, будем вынимать. Наш фиш Веллингтон готов, соус тоже к нему готов, мы будем резать и сервировать наше блюдо. Такой вот у нас срезик получился, идеальный. У нас есть такой вот соус маслянистый. И мы выкладываем наш красивый Веллингтон. И добавим немного зелени. Enjoy!